Прием. Здорово всем. С вами Хилл Хёртс. И это у нас игра балдежнейшая. Второй Dark Souls с восхитительным модом. Я, честно сказать, достаточно давно играл. Здесь всякие звуки вы могли слышать. Это вам не нужно было слышать. Прошу меня простить. А мы с вами остановились на том, по-моему, что точили. Пухумы точили. Люблю точить, знаете ли. Иногда я подтачиваю. Так, сейчас управление вспомнить. Есть ли у меня... Я забыл, что я хотел посмотреть, не суть. Ладно, пушка у нас плюс сколько? Плюс 5, балдежно. Надо пойти громче сделать, игра очень тихо почему-то. Ну, я думаю, потом на монтаже все сойду. Мы с вами что сделали? Мы были здесь, завалили преследователя. Да, еще мне написали, как мансить... заклинание у преследователя, за что большущая благодарность. Я никогда этого не знал. Сказали, просто за спину заходишь, и будет тебе балдежное счастье. Я буду знать. Я вспомнил, что я хотел посмотреть. Нет, я думал, у меня есть улучшалка для Эстуса, но ее нет. Собственно, мы с вами можем отправиться на следующий костер. Может быть, он будет? Да, я так... А, нет, у меня ключ был, ладно. Я думал, из-за того, что я огонь сделал, я теперь могу сюда зайти, но нет. Отправимся тогда эту локацию исследовать. Если повезет, если очень повезет, в этой серии мы с вами сможем добраться до... забытой грешницы. Да, да, хороший план, давайте так и сделаем. Вот, по-моему, вот этот костер, если я правильно помню. Блин, он у меня первый час ночи. И на улице, не на улице, а надо мной просто супер страшные звуки. Но я, в принципе, постараюсь не бояться. Слушайте, а может быть мы пойдем на опциональных боссов Гаргулей? Хотя это не так интересно. Плюс не факт, что у меня есть ключа ко мне Фароса. Или Фарон. Нет, подожди. Фарос. Фарон. Фарлорн. Я забыл. Я слишком давно играл во второй Dark Souls. Фароса, по-моему, через S. По-моему, через S. Ключ камень Фароса. Слушайте, без шуток, управление очень ватное. А, какой обман. А я во фреймах не изв... Отлично, что я успел лут собрать, по-моему. Открыть, по крайней мере. Или это мусор? Нет, это Soul Vessel. Слушайте. Ну, что это, если не знак судьбы, дамы и господа? Вы можете что угодно говорить. Это же ключ камень Фароса. Ну да. Насколько я могу припоминать, дальше он мне не сильно понадобится. Так что мы просто пойдем. И активируем, наверное, его. Но перед этим нам разорвут попу в виде преследователя. Но у меня сейчас урона очень много. Должно хватить. Главное перекатить, не засрать. Главное все сделать осторожно. Мастер парирования, как вы можете заметить, в чате у нас. Я не буду хилиться. Это, наверное... Я не мог двигаться. Ну, такая разогревочная. Все, как я люблю. О, ладно, что-то, надо разогреться, знаете ли. Чем мы, собственно, и попытались с вами заняться. Ну, ничего. Первый блин комом. Я уже думал, он не придет второй раз. А в тот раз он стыкающие атаки начал. Думал, не попадет, если честно. Он попал, не гонит. У него, походу, несколько по скорости атак есть. Ну, нормально, я так хотел поймать урон. Проверить, держу ли урон. Держу. Он бы уже застыгриться мог, если честно. Он что-то не стыгрится ни хрена. Хорошая атака, пару хитов. Если бы он бил щитом, он бы меня нагнул. Видите, чуть-чуть не рассчитал в тот раз. Это нитовый слэп? Слушайте, на Гаргуле я, наверное, не пойду, потому что они, скорее всего, очень опасны и изнасилуют меня. Чего-чего? Ну это клевая штука, красиво выглядит. Хы.
Ну и давайте засунем сюда всякое. Разве так это назывался? Забавно. Но здесь, по идее, нам никто не должен мешать, насколько я знаю. Ну потому что, камон, кто тут помешает чемпиону? Слушайте, а разве не черные они тут были? Ух ты, нормально так. Это может мощный дядька быть, я, наверное, его встречу. Ну, скорее всего, это просто такой берсерковый парень. Ну, чтобы вы понимали, у нас над нами просто берут и что-то двигают, то есть ремонт осуществляют. 17 минут первого. Просто как вот к таким людям относиться? Наверное... Ну, мой план как минимум веслу собрать. Там же дальше как получится. Lightning Sword, ну вряд ли я его смогу использовать. Если я не ошибаюсь, там то ли 36, то ли дохрена веры надо на него. И это я прям помню. Ты как, где дух-то? Или это просто парень? Местный. Ни хрена у них урона. Но у них пушки, видите, черным обмазаны. Это у них просто колоссальнейший урон с этого появляется. А вот, Беллкипер. Либо это просто фантом, окей. Что, в принципе, тоже очень может быть. Я не надо. Чуть сундук не разломал, ты подумай. Вот это было бы обидно. Отлично, главное, хватило стамины, надо открыть, пока его не сломали. Было 5500 душ, а стало... Фулсет этих работяг маленьких. Из забавного, если надеть их шмоточку... Они, короче, ну, маленькие, видите, то есть... Не до конца ноги. Как будто в трусах ходишь. Давайте хотя бы обмотки наденем, чтобы... Хотя бы какая-то броня на ногах была. Что, тут были горгульи? Я никогда не обращал, наверное, внимания. Теперь я хожу и ко всякому приглядываюсь. Забавно. Ну, вроде все. Опять же, 6000 душ я сейчас не хочу потратить. Поэтому я, наверное, не пойду. Хотя, с другой стороны, если у меня есть косточка возвращения, я зайду и тут же выйду, наверное, просто. Я думаю, нам всем интересно, что же там за босс. Нет, здесь не меняли. Жаль. Могли бы и поменять. Но Владос полетел на базу. Хочу ли я их убить за это? Не уверен. Я немножко не помню, на чем мы остановились. Нужно было сделать перерыв. Пойдемте потратим наши души. И отправимся, по крайней мере... отправимся, попробуем на попытке этого... Грешницу, грешницу одолеть. Возможно, получится, но это не точно. Если бы я помнил, что я качал, давайте... А так мало? 4400 уже на левелап надо, нифига себе. Ощущение, как будто мы еще всю игру прошли. Но это вообще не так. Господи, эта музыка из Маджула просто греет душу и сердечко. Теперь-то мы с вами можем отправиться уже туда, куда запланировали с самого начала серии. Наверное, косточку возвращения уберем. Нафиг она нам нужна. Там же можно и через верх, и через низ пройти. Если я верно помню. А я помню, скорее всего, верно. Давай, наверное, через низ начнем идти. Вдруг где-нибудь что-нибудь новое увидим. Я очень долго думал, чтобы начать атаку. Воплотился, так сказать. А, ну и тут особо некуда идти. Хотя там предмет должен был быть.
Там вон зато, да, там предмет, блин. Я же теперь не усну, если не узнаю, что там за предмет. Хоть бы не успели. Давай, давай, давай. Нормально. Работяги были сонные и не успели. Они же лазить не умеют? Вроде не умеют, они просто смотреть умеют. Что, давай как в фильме паркур осуществлю. Оп, нормально. Мужицкий такой джамп. Сексапильный череп дали. Ну, я так понимаю, привлекательный для привлечения внимания противников. Дергаем рычаг. И идем зачищать сзади. Тут главное бить в самый последний момент. Почему-то все разрушено уже. Моих дедуктивных мощностей не хватает. Вопрос в том, я думал достану. Пойдем ли мы преследователя пытаться убивать или не пойдем? Ради чего? Наверное, не пойду. Ради там одного предмета? Кажется, этого не стоит. Лоло, что он тут забыл? Почему ему? Какая-то цепная реакция началась. Мы же не обязаны прям всего туда проходить, правильно? Ой-ой. Было бы неловко, если бы ситуация обернулась не в нашу пользу. Но вроде все удачно. Слушайте, ну вот объективности ради, чем, блин, дальше, тем меньше изменений. А там, по-моему, нужна ветка ароматная. Так, 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 а у меня их две, могу использовать. Хочу ли я? Наверное, нет, но с другой стороны, почему бы и да? Давайте, это полезный парень. Активируем и его в том числе. Пусть будет уже. И разговаривать с ним, в принципе, особой нужды нет. Просто потому что можем. Блин, автор мода, ну ты серьезно? Поставить эту штуку, чтобы нельзя было открыть. Просто гений. Просто гений. Посмотрим, что он может нам предложить на продажу. А, он не хочет разговаривать. Слушай, я не понимаю, почему. Может быть, я не человек? А, зачем я сел? Дуралей. Ну ладно. Ради безопасности дерну тут. Ух ты, нифига себе. Братишку откупорил. Я не хотел. По-моему, когда-то здесь лежали кости дракона. Могу ошибаться. Но нет, какой-то закол. О, подожди, такого я не припоминаю. И куда это нас приведет? Тут 8 самоцветов жизни лежало. Место выглядит похожим на место, где мы дрались. Проход к грешнице вниз. Только сказал, что вообще нет изменений. Как нате. Слушайте, забавно, сразу видно, где как бы работа чья-то, то есть теней вообще нет. Тут такое место, как будто меня сейчас трахнут. Уже звук клипует. Блин, ну круто. Не красавчик ли автор мода? Как-то тени, прям горгульи, сильно выделяются, да и все бочки. И вообще, на самом деле, я хожу и приглядываюсь. Так тщательно всяких предметов понаставил. Закрывает теоретические проходы. Так, ладно, я главный лут успею забрать. Ладно, я очень давно готовился к этому, я думаю, справлюсь. Этого преследователя мы изнасилуем с вами. Повезло, что ящик не похоронил нас. Видели, быстрая атака же была. То есть он без замаха, без всего ее сделал. Обычно он два выпада делает. Но в этот раз не стал. Я боюсь лечиться, если честно. Я думал, будет две атаки. Я просто ссыкую лечиться, понимаете? Лечусь лучше. Мам, родная, как же долго он это делает?
Просто три дня, не иначе. Добью. Я понял, это место с преследователем. Нужно быть просто готовым. Готовым, что тебе присунут. Это все... Это все нововведение. Не, я как бы рад и этому, знаете ли. Даже тень сделал. Мало. Дай Владосу новую локацию, он захочет еще. Все так. Не помню, был ли туман в оригинале. Почему звук клипает на лестницах? Это же странно. Работяга сзади цепями шелестел. Мастер воротов. Не зря в детстве в школу ходил. Я, пожалуй, пойду триггерну костер. Вы знаете, надо не где спокойное место, какое-то нововведение, а там, где вот много противников. Чтобы человек такой бежит, потеет, такой, а, чё, куда? Слушайте, а костра нет. А идти далеко. Но тем интереснее. Даже места лута старыми остались, представляете? Так, я, наверное, их переиграю. Нихера себе, это что за мужицкий урон? Я прям даже не уверен, что я завалю теперь эту хрень. А грешницу мы точно не убьем с таким уроном. Ни хрена себе меня тут изнасиловали. Ну, лайфджемы есть, но я не уверен, что я ее смогу одолеть. Ладно, в любом случае пойдем, может ниже костер будет. Лучник вижу. Очень неудачно. Я думал, с другой стороны у меня атака начинается. Атака начинается с этой. Чтобы я аккурат в стеночку добил. Найс, найс ловушка. Я не ожидал вообще никак. Вот прям честно. Надо бы полечиться, но нормальный парень не лечится. Нормальный парень побежит сейчас от костра. Вы знаете этого нормального парня. Просрать все эстусы. Буду ли я пытаться с лифта сойти? Давайте попробуем. Климор, неплохо. Я очень надеялся на костер тут. Ну, как говорится, кого волнует, на что ты там надеялся, пес? Может, мы просто пробежим? И эта залупень до нас не достанет? Да, она, в принципе, достаточно мирно себя ощущает. Я надеюсь, она же вверх не сможет подняться. Потому что я могу расстрелять, в принципе. Она, по-моему, очень магически резистентна. Тихо не надо, насколько я помню. Да счастья, здоровья этой хрени. Мы просто дальше пойдем. Может, я с этим рыцарем Хейда смогу договориться, он мне поможет? Нет, я могу только всечь ему. Но поверьте мне, он мне быстрее всечет. Можно, конечно, рискнуть еще это попробовать дернуть. Ой-ой, я забыл, что она злая. Ой, как кстати, автор мода сюда поставил этот костер. Я, наверное, пойду. Лучше себе эстус, мне же вроде бы дали. Там и накончилось. Ни хрена они кровотока накладывают, мать моя. Ну и все. Я вот не помню, по-моему, только хранительница огня может улучшить нам эстус. Так что мы anyway обязаны вернуться. Да, офигеть, представляете, это первый, мать его, шард. Я немножко в шоке. Lower Salt Fort. Хорошо. Блин, а прокачаться ты не хотел? Ой, дуралей, ну, сейчас еще разок вернемся. Погорячился, поторопился.
честно говоря, немножко не помню, а куда после грешницы-то идти? Если вдруг мы ее завалим. Давай ХП, а не ошибка. Ну, выглядит безопасным. О, там огненные маги уже стоят, нифига себе. Подожди, может, проходы открыты? Честно говоря, не помню, было ли это в оригинале или нет. По-моему, нет. Женщина. Магически, ни хрена себе, у них запретное солнце. Это, извините меня, чуть ли не самая топовая пиромантия. Да почему чуть ли это самая топовая пиромантия? Потому что я, наверное, буду зажигать. Потому что иначе меня босс жопу разорвет. Это как бы первый великий босс. Что это того определенно стоит. Будем надеяться, что удастся одолеть с первого раза. Я, в принципе, технику ее помню. У нас все должно получиться. Не буду смотреть то, что я там не видел. Но обычный выпад делала. Гоп-атака, окей. Круто, я ни хрена теперь не вижу, что она делает. Это прикольно. Это прям прикольненько. Она еще выпад делает третий обычно. Что я, наверное, не убью. Слишком быстро. Она еще и парит, если что. Охренительно шустрая. Буквально удар 2 от силы успеваю сделать. Успею? Не успел. А сейчас успел. Даже 2 хита успел. Ух, нихера хитбокс у этой мадамы. Ну вот это я ничего не хочу сказать. Но на мой скромный взгляд, вот этот хитбокс был нелегитимен. Ладно, это великий босс, что я хотел. Я хотел сразу победить, но не тут-то было. Ну, первый блин комом. Благо там душ не так много осталось. А, то есть она у нее опенеры разные каждый раз. Надо просто в самый, мать его, последний момент дэшить. Это залог успеха. Я, знаете ли, хочу быть успешным. Правую сторону вертишь, и это победа. Легчайшая. Блин, нос зачесался. Народ, что делать? Может кто-нибудь нос почесать, пожалуйста? Очень чешется нос. Я смог. Неудачно так в угол зашла. Очень неудобно мне с ней тут драться, но... Кто меня, блин, спрашивает? Она вроде быстрая, но толку, если я ее насилую. Конечно, не самая лучшая цель для изнасилования, но... Когда выбирать не приходится. Приходится довольствоваться... Малым. Фига, а чего этого не было? Огненного шторма. Вот теперь прикиньте, если бы я с ней в темноте дрался. Едить мне бы жопу порвали. Вообще должна была попасть, я плохо увернулся. Это стойка для парирования была. Я уже сказал, что я победил ее без дамага, no damage. Но по факту я обосрался. Представляете, как мне обидно? Какой трай засрал. Ну ладно. Главное, победили. Ей, победа, победа вместо обеда. 1030 хочу душ.
Нифига, нормально так дали. Уважаемо, уважаемо. Причем весьма. Хотелось бы это отметить. Стол какой-то записной. Сейчас хилку улучшим, по идее. Есть тут что-нибудь новое, запретное? Походу нет. Ну ладно. Теперь надо вспоминать, думать, куда дальше идти. Я сжечь. Да. Ну а куда идти дальше, мы, наверное, в следующей серии с вами узнаем. Попытаемся, по крайней мере, понять. Так, что мы качаем? Давай, наверное, хпшку. Давай 3. Давай теперь еще инту до 30. И эндуру чуть-чуть. Ну, нормально, хорошо. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Например, в эту. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки и огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.